Свободная сирийская армия, один из крупнейших повстанческих союзов на территории страны, объявила о начале крупной операции против группировки «Исламское государство». Исламистов собираются выбить из окрестностей города Джараблус, неподалеку от турецкой границы. Поддержку свободной сирийской армии оказывает Турция, которая в связи с недавними событиями намерена усилить давление на исламистов. Так, часть бойцов-оппозиционеров будут действовать непосредственно с турецкой территории. Анкара окажет и материальную, и тыловую поддержку. При этом западные наблюдатели отмечают, что Турция спешит поддержать свободную сирийскую армию также и потому, что в направлении Джараблуса быстро наступают отряды другой оппозиционной группировки сил демократической Сирии. Значительную часть составляют курдские ополченцы, связанные с курдской рабочей партией. В Турции ее называют террористической группировкой.